большая нужда, которая есть в кенийской миссии, и которая очень сильно откликается в сердцах миссионеров и людей, которые приезжают туда, это судьба кенийских детей. Мы столкнулись с тем, что практически в горных местностях, в которых мы служим, в горных церквах, в которых мы находимся, огромное количество детей, буквально сотнями и сотнями детей, находящихся в поселениях, они никак не задействованы. Нету никаких воскресных школ, нету никаких образовательных программ. Практически, если на эту нужду не ответить, это будут следующие поколения пьяниц и хулиганов, которые просто вырастут в этом обществе, и так это общество никогда их не достигнет Евангелием. Потому нужда, которую мы увидели, мы нашли решение этому вопросу. Мы хотим организовать образование преподавателей воскресных школ. Это будут местные люди, которые будут заниматься своими детьми. Мы получили огромный резонанс от местных пасторов, которые находятся вокруг города Кетала, находятся в горных районах нашей местности. И они говорят, если вы нас научите, как нам заниматься нашими детьми, как нам образовывать наших детей, мы обязательно это подхватим. Мы обеспечим вас необходимым количеством людей, которых мы могли бы обучить, и чтобы повлиять на их судьбу. Дорогие друзья, нам нужны команды людей. Нам нужны люди, которые могут приезжать в Кению и могут преподавать в этих церквах, могут преподавать этим людям то, как взять ответственность за своих собственных детей, как организовывать школу, воскресную школу и работу воскресной школы. Если у вас есть опыт в этом направлении, или вы хотите развиваться в этом направлении вместе с какой-то другой командой, которая приедет, добро пожаловать. Пожалуйста, связывайтесь с нами, и мы ответим на все вас интересующие вопросы, и также поможем вам стать частью вот этого проекта или частью такой команды, которая приедет в Кению. Пусть Бог вас благословит, продолжайте нас поддерживать, и пусть милость Божия распространяется на вас и на ваших детей во имя Иисуса Христа. Эй,